Здравствуйте, друзья, мальчики и девочки, господа и дамы, с вами дядя Юра. Погода действительно какая-то такая противная, неуютная. Сейчас мы с Дюшкой еще погуляем чуть-чуть и пойдем домой. А там будем монтировать сегодняшнее видео. Посмотрите, это интересно. Эх, как приятно сидеть, комментировать в теплой комнате. Чтобы вы поняли всю глубину наших страданий, мы еще немного побродим по этому лесу, залитым водой. А Надюшка немножко попрыгает. Ну, раз пришли, куда деваться, будем использовать каждую свободную минуту. Друзья, а вы знаете, что идет третий месяц этого подвешенного состояния, как бы мы его ни называли, там, самоизоляции, масочный режим, и что я хочу сказать по этому поводу и тут еще дать совет. Я думаю, вы их получали достаточно, но тем не менее позволю себе такой советик все-таки дать. Ребятки, соблюдайте гигиену. Это не только относится к гигиене тела, но к гигиене и духа. Выбирайте то, что вы смотрите, читаете, откуда получаете информацию. Я вчера по каналам новостным прошвырнулся в телевизоре. Ребятушки, это реальный ужас. Вот знаете, вирус рано или поздно закончится. Но паранойю придется лечить очень долго и упорно. Вот честное слово. Умейте получать информацию ту, которая вам реально нужна. Какое вам дело, сколько в Бразилии народу померло, или на каком месте России, там, или еще что-то в списке заболевших. Вы что, ребята? Это вам это нужно? Вот реально. Друзья, есть масса источников, из которых вы можете получать и эмоции, и информацию, которые более-менее заслуживают доверия. Но смотреть по телевизору и пытаться по телевизору узнать, что творится в мире, ну, ребят, это несерьезно. Если уж смотрите телевизор, то смотрите конкретные передачи. Посмотрели, выключили. Не оставляйте телевизор работающим в фоне. Во-первых, он ужасно отвлекает, не дает многих вещей сделать, которые могли бы сделать полезные для себя и для окружающих. Все, все, никаких слов про коронавирус. Возвращаемся к нашим собакам. Часто мне в комментариях пишут, что Дюша очень добрая собака. Ребят, Дюша очень жесткая собака. Вот поверьте мне, когда он вот так вот настораживается, я уже то же самое начинаю, не то что паниковать, но я знаю, что мне придется тоже настораживаться. Вот сейчас он увидел прохожего, который идет по дороге. Нет, он не побежит, но вот видите, это настороженность. Так что, ребята, он не добрый, он адекватный. Давайте все же поближе к дому из этого бурелома выбираться. Там нас ждет кот Шуня, там будет интереснее. Ой, заодно и традиционно. Граждане, мальчики и девочки, господа и дамы, друзья, подписывайтесь на канал, топите нас в лайках, жмите на колокольчики. Будет вам счастье, нам будет мотивация и всем будет хорошо. Дюша, открывай дверь. Открывай, открывай.
Дюшек, Дюшек. Что не притащил? Слушай. Попить принеси бутылочку. Неси. Неси, неси. Неси, Дюш, неси ее. Дюш, неси бутылочку, неси. Давай, Дюш, неси. Молодец, неси сюда, Дюш. Пришли. Слушай, дождик начался. Я собрался косить, но что-то я сейчас. Косить? Угу. Ну а ты видишь, там-то. Ну скажи им, проси. Душ, принеси мне ящик, душ. Ларочки, ларочки. Мне, Дюшечка, давай. О, ну конечно, это самое, блин. Спасибо. Привет. Привет.